Сегодня 15 ноября. Доставка корма и наполнителя у нас была сегодня. Вот если честно, с Божьей помощью и с помощью людей я только сегодня утром, вот буквально в 6 утра, частично оплатила долг за предыдущий. Частично. Потому что у нас очень много долгов. И вот сегодня у нас новая поставка. Здесь не все, конечно. Часть в кошачью комнату сразу уносится, кормов. Ну, на 19 тысяч. То есть сегодня у нас тром 19 тысяч. Вот с поставщиком сегодня разговаривали. Он мне через окно, вот, через окно подает вот эти все мешки. Ну, естественно, он видит котов и говорит, ну, по какому принципу вы их определяете, где кто будет жить. Да ни по какому. Вот сами сюда приходят, нервы трепят там под окном. Бывает, и к собакам вот сюда вот проходят по забору, то есть там по соседскому гаражу, и вот тут вот на чердаке, на крыше этого сарая, то есть сидят, греются на солнце, дразнят собак. Вот. Либо вот тут вот на окно приходят с той стороны, сидят, на улице холод, дождь. Что я делаю? Ну, видно, что я делаю. Всех пускаю. И вот так в шутку говорю, что были бы деньги, земли-то полно, можно было себе домик какой-нибудь отдельно построить, чтобы чисто для себя. Он говорит, ну стройте, чё ж. Я смеюсь, вот честно смеюсь, потому что, я говорю, вы же видите, как мы платим. Я плачу там по 3, по 5 тысяч, то есть, ну, копейками перевожу каждому, знаете, туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Не то, что там построить что-то, даже какой-то вот худо-бедно ремонт не можем сделать. Вот несколько лет назад я меняла здесь себе дверь. Думала, что обошью вот тут вот все пластиком. Это не так уж и дорого. Чтобы было просто аккуратно, чисто, легко мыть. Ну, как все видим, ничего здесь не обшито. Зато, видите, у меня тут коты роют. Не роют. Прокладывают окно в мою комнату. Это дурдом какой-то. Вот это все начинается в 3, в 5 утра. То есть у меня и так там три кошки живут в комнате. То есть это как раз вот у них с 3 до 5 туалет. Вот это начинается шкрябанье, запах. И эти отсюда пытаются тоже окно в лучшую жизнь себе проложить. Хотя им тут и так достаточно неплохо живется. Вот в этой комнате сейчас здесь 20 котов. Вот. И чувствуется, конечно, очень сильно по наполнителю. Если до этого мы заказывали где-то 100 килограмм у нас за неделю уходит. Сейчас 150. Все, вот я сегодня убрала здесь лотки. Завтра к ним подойдешь, и никто вообще не поверит, что они были убраны. Да, за серию, что я могу сказать? Угу. Ну, это вот два новеньких, которые неделю назад я привезла. Это вот братья, не братья, не знаю, скорее всего, братья. Тут вот возле батареи лежат. Еще не успела вот после уборки им туда чистые подстилки постелить. А это вот как раз новенькая кошка, которую буквально на днях забрала из села. Ну что ты? Вот тоже пришлось ей здесь поставить этот лежак, потому что пол здесь достаточно прохладный. Ну вот тут она спит, кушает. Слава богу, уже пить сюда выходит. Привыкает. Ну, вот такая вот у нас ситуация.
такие наши будни. Каждый день день сурка, каждый день одно и то же.